Дорогие друзья, всем привет! Хочу немного поиграть на Барли, он у меня 10 уровня, у меня 405 кубков на нем, и карта, в принципе, потасовка в Рокколе, ну, вроде как подходит. На 500 кубков я увидел очень много метателей, они все тимятся между собой, впрочем, вроде как несложно. Но я думаю, что примата тоже здесь можно апнуть, но посмотрим. Я думаю, что сегодня я начну стрим пораньше. Стримлю я, ребята, до сих пор не на этом канале, стримлю я на втором канале, ссылка есть в описании, приходите. Вот сразу после этого ролика я запускаюсь стримы. Сегодня не поздний стрим, начну раньше и, возможно, даже дольше буду стримить. Но я хочу поиграть на Барли с новыми ощущениями. Сейчас изменили графику, стала крутая графика, новая анимация, мне это очень прикалывает. И вот новогодний Барли уже надоел, уже близится лето к нам, весна, тепло, солнце, то есть новогодний Барли отпадает. Играть стандартным Барли, ну типа как-то, ну вот, надоело. Ну это когда зажрался. А вот золотой Барли, вообще, я думаю, что со мной никто не будет спорить, инвестировать в золото всегда будет актуально. Золотой Барли, 30 гемов, недорого, и причем красивый, элегантный такой мужчина. Или, ну, робот-мужчина. Вообще, у меня в игре практически все скины есть. На Шелли, ну, как все скины? На каждого персонажа есть какой-то скин нестандартный. То есть, допустим, да, на Шелли есть вот этот скин. Он бесплатный был, но он есть. А вот этот я не покупал, но он есть у меня новый скин. На Ниту тоже я покупал, на Кольта я покупал, на Була, на Джесси, на Брока, на Примата, на Бонету, на Динамайка, Повара покупал, Рикошета целых два скина купил, на Пока также взял, вот на Барли сейчас куплю, Пенни есть скин, Дэрил есть скин, Громила Фрэнк, Мортис, кто угодно, смотрите, на Джина нету, на Тару нету, на Ворона Феникса покупал, остался Спайк. И, кстати, Спайк, мне вот этот модернизированный скин нравится больше, ну, точнее, не скин модернизированный, а графика. То есть до этого был какой-то, ну, он не очень, а вот с новой графикой он секси. Короче, сейчас покупаем Барли и пойдем, короче, ломать головы или поджигать головы, не знаю. Усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, подписывайтесь и приятного просмотра. А данный видеоролик сделан при поддержке компании 1xBet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, у меня хорошая новость. У них там огромный ассортимент этого добра. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты. В описании в закрепе ты найдешь самую полезную информацию, получай бонусы и удачи тебе. Ну что ж, с вашего позволения я куплю. Ну, какой же он красавчик. Ну, правда, он мне нравится даже больше, чем новогодний. Приобретаем! Оба! Есть золотой Барли. Выбираем его. Ну, реально красавчик. Прям вот золотой такой, знаете, это мне немножко напоминает последнее время вот эти не скины, а, по-моему, да, это скины в Clash Royale. Как же, не звездные очки, вот эта броня такая золотистая. Вот, это как будто уже выше максимального уровня. Реально круто. Поехали. Карта, конечно, такая. Я вчера на рикошете пытался играть. Кстати, баночки тоже синие. Я думал, они будут какие-то другие, золотые. О, вот приматы — это наши враги тут. Это прям контра нам. Ну, не контра, но... Не, контра, почему не контра? Наверное. Я не знаю, контра... Да, наверное, контра. Но я знаю, что Мортис контра метателем. Ну и вроде Динамайк... Ой, примат тоже. У него хп много, мансить легко. То есть я хз. Ну, конечно, когда много стен, у нас преимущество есть, тем более, когда мы вот затимились. Так. А, блин, ну, конечно, какой примат, когда тут грибы, блин. С грибами очень сложно. Так, ладно. Осталось 4 бойца, в принципе, уже неплохо. Так, тут мы проверим. Он заглючил, что ли? Он заглючил? Так. Надо Шелли добивать. Ой-о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 й
Я третьим умер. Слушайте, а на этой карте не так уж и легко. Тут в плане того, что тут грибы. С грибами, мне кажется, примата будет проще. Короче, не знаю, буду апать барли сегодня или примата на стриме. В любом случае, ребятки, приходите. Ссылочка на канал для стрима в описании. Я буду вас всех ждать. Прямо сейчас после этого ролика сразу же идем стримить. Сразу же, ну там буквально может чуть-чуть перерывчик сделаю. Там минут 10, пока настрою все. Ну, блин, забрал мою банку, нечестно. Не люблю такое. Не люблю отдавать свое. Есть. О, он убил? Или он убил его? Охрененно, да? Смотрите, как четко. Во-первых, минус юнит. Во-вторых, баночка.
Не на майк, мы вместе, окей. Так, Фрэнки. Фрэнка убиваем. Так, тут есть кто-то, нет? Ну, блин, с Фрэнком как-то тимиться неохота. Не знаю, не знаю, что делать. О, Фрэнка нашли. Так, надо кусты... Опа, я так и знал, что какая-то крыса сидит где-то. Очень опасно, очень опасно. Тихо, 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 Фрэнк, дружище, тихо. Ну, гомонись. Так, 5 бойцов, окей. Все, я сейчас накоплю на ульту. Буду аккуратно. Впадла, ну блин, ну всю малину мне испортил. И сдохнет же, да? Он сдох. Не, ну этот Фрэнк, он халявщик, он сейчас подойдет и заберет с меня, если он на банке. Мы, главное, сражались, мы отдали кубки, ну или не кубки, ладно, я что, плюс у меня, да? У меня плюс. Ну, мы отдали свои жизни, а он, сука, подошел и на халяву вот такой вот попал. Ладно, самое главное, что победа. 410 кубка уже. Едем дальше, друзья. Едем, дорогие друзья, дальше. Но интереснее будет, конечно, на стриме. Там будет больше каток. Я думаю, что там, возможно, кого-то я еще приглашу. Поэтому будет эффектнее все. Поэтому еще раз приглашаю всех на стримы. Я думаю, что скоро уже на основном канале буду стримить. Вот. Но это, наверное, не в этом месяце. Уже со следующего месяца на основном канале. А пока что на Holdix Stream. Вообще, Holdix Stream, ребят, я не знаю, я говорил на том канале, но на этом не произносил такую фразу, но я думал, короче, в скором времени, вообще думаю в скором времени покупать себе PlayStation. Ну так, чисто вот хочу поиграть в игрушки, ну, в нормальные игрушки, помимо мобильных игр, я хочу еще поиграть в такие, в консоль. Хотя это же компьютерные, да, игры на плойке считаются или нет? Хз, короче. Ну, в общем, нормальные игры с нормальной графикой поиграть. Но я думаю, что я... ну, это еще дело, возможно, как-то заведу на стримы. То есть не в крысу играть, а вот, возможно, еще стримить буду. Не добьет меня он, интересно? Никогда никому не доверяй. Везде вокруг одни крысы. Никогда не стройте себя такого вот... Если вот видите, что можете добить, добивайте его нахер. Добивайте его нахер, потому что благодарности никакой. Я вот предыдущий ролик у меня был про крыс. Благодарности никакой, когда ты честный, да, со своим тиммейтом. А твой тиммейт крыса полнейшая. То есть нахер надо. Нахер эту честность. Интересно, он ждет в кустах или не ждет? Он ждет в кустах или не ждет? Блин, мне страшно. Сука, он ждал, прикинь. Ты прикинь, какой он. Офигеть, он ждал, сидел. Вот мудак. Тихо. Ты что такой жесткий, а, дядя? Давай, подходи, подходи сюда. Мортис, плиз, пожалуйста. Бля, я не буду подходить слишком близко. Но этого быка надо убить. Блин, сложно на барле, мне кажется, тут будет. Мортис, пожалуйста. На Мортисе можно попробовать. Ну, больше всего примат зайдет под грибами, вот. То, что надо. Хотя, вот видите, метатели есть. Так. Хорошо, вот с ними сейчас скинтуюсь и все. И, в принципе, надеюсь, сейчас эта каточка будет последней и самой нормальной. Хотя нет, самая нормальная была вот первая, да, каточки неплохие были. Предыдущая вообще, блин, жалко. Меня погубила жадность. Я вот часто вот, да, бегу за какими-то ресурсами, в итоге теряю. Так. Ну, одну я возьму, окей, мы поделим. Так, не выпускаем ее оттуда. Убили, отлично. Все, Фрэнк ГГВП. ГГВП, Фрэнк. Так, хорошо. 4 банки, неплохо. У меня теперь уравнялись шансы с моими тиммейтами. О, Мортис. Я рано начал атаковать своих, ёптель. Я рано начал их атаковать. Я думал, уже Мортиса добили. Так. Надо помочь парням.
Yes, я топ-1 взял. Я немножко сыграл в крысу. То есть, ну, смотрите, тут даже не так. Мы в тиме, да, были втроем. Вот, и когда уже остались мы втроем, то, ну, естественно, мы уже начинаем мочиться друг с другом. Но я тут просто решил запредиктить. Типа, Мортиса сейчас убиваем и по-любому начнем кого-то мочить. Ну, я начал предиктить, а в итоге Мортис там на грибах, он отхилился. Ну, и в итоге так получилось. Ну, я до конца с ними был честен, поэтому нормально все. Да хотя мне похер, слышите, все крысят, блин. Пошли они все в жопу, я не собираюсь оправдываться перед крысами. Они все крысы, все игроки на высоких кубках крысы. Они думают только за свои кубки. И, в принципе, возможно, это правильно. Поэтому спасибо вам за просмотр. 413 кубков, еще 1:55 до конца режима. Я думаю, что где-то на стриме останется час, потому что я сейчас запускаю стримчанский где-то. Ну, короче, приходите на стрим, ссылка в описании, буду вас ждать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и увидимся на стриме. Не прощаюсь. До новых встреч.